Я просто недавно в городе и не хотела огласки. Как я могла оставить этот халат на полу? Но все случилось так быстро. После смерти Энни Бен был так опустошен, он мог покончить с собой. Ему был кто-то нужен. А тут подвернулась я. Я даже не успела, мы не успели понять, что происходит. Как было уже поздно. Бен! Здравствуйте. Мучаете мою официантку? Официантку? Судя по ее словам, она для вас нечто большее.